Сегодня президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями регионов. Тема – противодействие распространению коронавирусной инфекции и поэтапный выход из режима ограничений, если того позволит развитие ситуации. Нерабочие дни продлеваются до 11 мая включительно. Главы субъектов в эти дни остаются на рабочих местах для оперативного решения всех вопросов, связанных с пандемией. Чувашия готова и полностью поддерживает те решения, которые озвучил президент, потому что текущая эпидемиологическая ситуация вызывает очень серьезное напряжение. То есть, с одной стороны, вроде бы количество заболеваемых на стабильном уровне, растет количество выздоравливающих, но, однако, достаточно много людей находится в режиме медицинского наблюдения, ну и само количество заболевших тоже пока достаточно на высоком уровне. Все это говорит о том, что нам надо сохранять режим самоизоляции, очень внимательно относиться к мерам безопасности и, самое главное, в этом процессе быть очень внимательными. Наша задача вот за эти две недели, которые нам предстоит, все-таки закрепить те позитивные тенденции, с одной стороны, с другой стороны, создать возможность дальше уже жизнь налаживать в привычном режиме. Ровно об этом говорил президент. И, кроме того, он говорил о том, что наши предки, которые обеспечили нам День Великой Победы, 75-летие, которое мы отмечаем в этом году, нам показывали такой пример самоотверженности преодоления трудных жизненных ситуаций. И его сравнение вот этих двух периодов говорило о том, что сегодняшний враг, он невидимый, но не менее опасный. И вот в этой связи, конечно же, каждый, и объединяя усилия с окружающими, может сделать очень много для того, чтобы мир вокруг нас мы изменили в ту сторону, которую хотим увидеть завтра.